Привет, это канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам необычные факты о таксах. Жизнерадостные и обаятельные таксы – одни из самых популярных собак для домашнего содержания. Они умны, преданы и послушны. Кроме этого, таксы обладают рядом интересных особенностей. Представляем вам 5 необычных фактов об этих собаках. Таксы – надежные охранники и хорошие охотники. Они крайне настороженно относятся к посторонним и будут защищать свой дом и семью до последнего. Что касается охотничьих качеств, то еще 300 лет назад в Германии такс специально разводили для охоты на барсуков. Таксы любят копать. Если у них нет постоянной возможности копаться в земле и рыть ямы, они начинают рыть все, что попадается им под лапы. Например, домашнее одеяло или белье. Таксы бывают разных размеров. Стандартные таксы весят 6-9 килограммов, а их рост в холке составляет от 20 до 27 сантиметров. Это самый крупный вид такс. Карликовые таксы поменьше. Их вес колеблется от 5 до 6 килограммов, а рост не превышает 21 сантиметра. Самый маленький вид такс – кроличий. У таких такс средний вес 3 килограмма, а средний рост – 12 сантиметров. Также важно заметить, что таксы различаются и по типу шерсти. Существуют гладкошерстные, жесткошерстные и длинношерстные таксы. У маленьких такс большой аппетит. Эти собаки любят поесть, и зачастую им бывает сложно насытиться любимой пищей. Всем желающим завести себе таксу стоит помнить о том, что представители породы склонны к набору лишнего веса, поэтому при уходе за ними особое внимание стоит уделять сбалансированному питанию. Таксы – собаки-долгожители. Средняя продолжительность их жизни составляет от 14 до 16 лет. В 2009 году такса Шанель из Нью-Йорка была признана самой старой собакой в мире. Она дожила до 21 года. Правда, позже у нее этот титул забрал другой долгожитель – терьер Макс. Но это никак не отменяет того, что таксы являются одной из долгоживущих пород. Таксы – великолепные домашние питомцы. При правильном воспитании и социализации с самого детства во взрослом возрасте они хорошо уживаются с детьми и отлично ладят с другими домашними животными. А перечисленные интересные особенности только добавляют им очарования. О других интересных фактах из мира братьев наших меньших вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!